Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Той Боба. Той Боб или Скиф. Той Боб – кошка, выведенная в России в конце 20 века заводчицей меконских бобтейлов Еленой Красниченко. Главные отличительные черты этой породы – миниатюрные размеры, добрый нрав и игривость. Той Бобы даже во взрослом возрасте и внешне по характеру очень напоминают маленьких котят. Это миниатюрные кошки, то есть вечные котята. Вот, они очень маленькие, очень добрые, нежные кошки. Кошки-компаньон. Той Боба имеет крепкое, хорошо развитое тело. Максимальный вес у Той Бобов составляет 2 килограмма, минимальный – 800 граммов. Шерсть у этих животных жесткая и густая. Наиболее распространенный окрас у представителей породы – Сил Пойнт. Той Бобы – дружелюбные, общительные кошки. Они очень любопытные. Представители породы хорошо уживаются с другими питомцами, любят играть с детьми. Они очень добрые, нежные. Они, это кошки-компаньоны, они любят быть с людьми. То есть когти не выпускают практически никогда. Чтобы царапалось, это нонсенс должен быть. Вот. Действительно, кошки очень нежные, всегда рядом, ухаживают за детьми, могут ухаживать. Вылизывают периодически хозяев тоже. То есть, они правда очень добрые. Мои подруги, так сказать, ей подарили еще щенка Йорка. Так он был вылизан первые же минуты просто. Как ухаживают они, нет проблем с другими животными тоже. Уход за Той Бобом не сложен. Необходимо расчесывать шерсть питомца 3-4 раза в месяц, следить за состоянием глаз, ушей и зубов животного. Представители породы отличаются энергичностью, поэтому владельцу Той Боба необходимо ежедневно находить время на игры с питомцем. Уход за этими кошками не требует какого-то особенного подхода, то есть, как обычные кошки. Как обычные кошки, конечно, они линяют раз в год, но чего-то нет. Средняя продолжительность жизни кошек породы Той Боб составляет от 10 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!